Дрожжи как удобрение для растений, как применять. Знакомая рассказала, что для подкормок использует дрожжи как на огороде, так и в саду, и что после такого полива все хорошо растет. Подскажите, как приготовить удобрение для растений из дрожжей и можно ли поливать им рассаду? Большинство огородников, садоводов и цветоводов используют для удобрения своих подопечных натуральные средства, отдавая им предпочтение перед так называемой химией. Одним из таких продуктов являются обыкновенные пекарские дрожжи. Благодаря своему богатому составу и наличию активных дрожжевых грибков после внесения в почву такого удобрения ускоряется процесс разложения органики. В свою очередь, почва быстрее насыщается питательными элементами, необходимыми для роста культур. Действие дрожжевых подкормок на растения дрожжи – прекрасная альтернатива минеральным удобрениям, к тому же и стоят. Они гораздо дешевле, а эффект применения тот же. Так, под воздействием дрожжевых подкормок в почву поступают калий, азот и другие элементы, играющие важную роль в развитии растений. Ускоряется рост лиственной и корневой массы культур. У взрослых растений повышается устойчивость перед болезнями. Культуры легче переносят климатические особенности, например, недостаток освещения в зимний период, рассада стает более выносливой и быстрее растет, активизируется укоренение черенков при размножении. Способы использования дрожжей. Как же приготовить удобрение для растений из дрожжей и как часто можно поливать им растения? Для питательного настоя можно использовать дрожжи в любом виде, сухие дрожжи. В ведро воды, слегка подогретой, насыпать 10 грамм дрожжей, сахар 60 грамм. Хорошо перемешать и дать настояться в теплом месте около 2 часов. Перед применением развести жидкость в пропорции 1:5. Свежие дрожжи. Для приготовления концентрированного раствора дрожжи развести в воде в соотношении 1:5. Готовый концентрат перед использованием развести водой 10 частей. Дрожжевым раствором необходимо поливать растение под корень, немного отступив от стебля. Земля вокруг должна быть еще влажная после предыдущего полива. Также его можно использовать для укоренения черенков, выдержать черенок сутки. При обработке рассады растений первый полив необходимо сделать спустя 7 дней после ее посадки на грядку, а второй перед цветением. Достаточно использовать такое удобрение один раз в течение месяца, то есть максимум 2-3 подкормки за сезон. Этого количества вполне хватит, чтобы обеспечить растение полезными элементами. Однако стоит учесть, что во время брожения из почвы уходят калий и кальций, поэтому после полива дрожжевым раствором следует снести золу. Дрожжевая подкормка растений. Видео отправить комментарий и подписка на комментарии. Теперь наши статьи про выращивание растений и другую удачную жизнь на канале Яндекс.Дзен. Похожее видео. Волшебная ампула для семянной рассады. Препарат Цитовит 18 мая 2018 года. Карбамид. Препарат с двойным действием. 18 мая 2018 года. Удобрение и защита огорода с помощью горчицы. 11 мая 2018 года. Используем для растений в качестве удобрение древесную золу. 8 ноября 2017 года. Новые статьи. Выращиваем на открытой грядке томат «Большая мамочка». 31 июля 2021 года. Как изготовить улей удав в домашней мастерской. 28 июля 2021 года. О плюсах конструкции кассетного павильона Берендей. 26 июля 2021 года. Невзрачная трава сушеница топиная, верный страж нашего здоровья. 26 июля 2021 года. Оригинальный сорт томата Фляшин с бутылочными плодами. 22 июля 2021 года. Действие дрожжевых подкормок на растения. Дрожжи – прекрасная альтернатива минеральным удобрениям, к тому же и стоят они гораздо дешевле, а эффект применения тот же. Так, под воздействием дрожжевых подкормок в почву поступают калий, азот и другие элементы, играющие важную роль в развитии растений. Ускоряется рост лиственной и корневой массы культур. У взрослых растений повышается устойчивость перед болезнями культуры. Легче переносят климатические особенности, например, недостаток освещения в зимний период, рассада стает более выносливой и быстрее растет, активизируется укоренение черенков при размножении. Способы использования дрожжей. Как же приготовить удобрение для растений из дрожжей и как часто можно поливать им растения? Для питательного настоя можно использовать дрожжи в любом виде, сухие дрожжи. В ведро воды, слегка подогретой, насыпать 10 грамм дрожжей, сахар 60 грамм.
Хорошо перемешать и дать настояться в теплом месте около 2 часов. Перед применением развести жидкость в пропорции 1:5. Свежие дрожжи. Для приготовления концентрированного раствора дрожжи развести в воде в соотношении 1:5. Готовый концентрат перед использованием развести водой 10 частей. Дрожжевым раствором необходимо поливать растение под корень, немного отступив от стебля. Земля вокруг должна быть еще влажная после предыдущего полива. Также его можно использовать для укоренения черенков, выдержать черенок сутки. При обработке рассады растения первый полив необходимо сделать спустя 7 дней после ее посадки на грядку, а второй перед цветением. Достаточно использовать такое удобрение один раз в течение месяца, то есть максимум 2-3 подкормки за сезон. Этого количества вполне хватит, чтобы обеспечить растение полезными элементами. Однако стоит учесть, что во время брожения из почвы уходят калий и кальций, поэтому после полива дрожжевым раствором следует снести золу. Дрожжевая подкормка растений. Видео.